Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня опять отправляюсь на шопинг-влог. Но перед этим хотела сказать буквально пару слов. Обычно я никогда не плачу, не рассказываю свои проблемы и так далее. Просто хотела немножко объясниться за видео, которое не последнее было, а перед последним видео. По поводу СПФ. Некоторые девочки были не согласны. Я вообще никогда не навязываю свое мнение никому. Я просто перечислила пункты, никого никогда ни к чему не призывала, на моем канале нет донатов, я ничего не пропагандирую, у меня вообще такой нейтральный канал, который живет 5 лет на автопилоте, то есть выходит, я не могу тогда вообще ничего сказать, никакого мнения ни по поводу чего, чтобы не призвать вас к чему-то, но там не было призыва, там было просто... тупо перечисление пунктов. Я понимаю, что девочки на самом деле пишут, ну, как бы мои родные, хорошие, у меня, ну, нет какого-то негатива, но, знаете, вот оно одно за одним было. Одна дамочка написала мне в одном ролике, платье не светится, а просвечивается, чему вас учили на уроках русского языка. Так и хочется ответить. Девушка, вы посмотрите геолокацию, откуда блогер. Если я говорю на русском языке, причем я считаю, что мой русский не такой плохой, есть люди, которые живут в России, говорят хуже на русском, чем я, живя не в России. Какие русские школы, какие уроки русского языка? Советский Союз распался 26 декабря 1991 года. Откройте историю, посмотрите, где блогер живет. Я буду, ну, вот таких вот негативных, которые расшатывают, и так не совсем... Ну, не в хорошей ситуации я нахожусь, не в хорошем положении, никогда не плакала. Сейчас вот только переплакала, иду, ну, как бы слезами горю не, ну, не поможешь. Если нечего хорошего сказать, лучше ничего не говорите. Ну, таких залетных я буду блокировать. На своих девочек я, ну, в жизни не обижаюсь, просто вы поймите, я могу там резко ответить, как оса на камень нашла. Вы не знаете, что в моей жизни происходит, я тут не делаю шоу, да? За стеклом. Я не знаю, что ваше. Я думаю, что вчера какой-то был просто неудачный день, вот так вот получилось. Платье светится, другая девушка, она культурно написала по поводу не ремень, а ремень. Очень культурно. Но мне, вы понимаете, одно, другое, и я могу сорваться. Вы не можете промолчать, а я тоже могу иногда не промолчать. Я вам советую почитать книгу, тем, кто не может промолчать, Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Там вы буквально на 20-й страничке найдете ситуацию, когда маленькие дети балуются в поезде, кричат, и женщина им делает замечание. Поворачивается их отец и говорит, вы извините, у них только что умерла мать. И сразу картина мира меняется. Вы начинаете вещи воспринимать немножко по-другому. Извините, просто реально не могу сдержаться. Но это не из-за этих комментариев. Просто если вы не можете ничего хорошего написать, пожалуйста, не пишите ничего. Всех остальных я буду блокировать на канале «Дисциплина. Взаимоуважение». Я просто канал не бросаю, потому что я уведу 5 лет. Если бы не этот канал, у меня бы сейчас вообще бы ничего бы не было. Ни друзей, ни общения, даже, ну, какой-то... минуты хорошие. Переключаемся, я постараюсь что-то хорошее выложить. Итак, после небольшого перерыва я отправилась в магазин Benetton. И на мое удивление, только в примерочной я заметила, что все вещи, которые я выбрала, это были вещи бренда Sisley. То есть от Benetton мне ничего, ну, как бы не упал мой глаз ни на какую вещь, ничего я не выбрала. Вот такое платье, 100% вискоза. Мне понравилось даже, что на бирке они пишут 100% вискоза, можно сразу это увидеть, бросается в глаза. Первая его цена 6199 гривен, и сейчас на него дали скидку 4999 гривен. Размер я брала S, мне кажется, что M был бы, размер мне великоват. Дальше хочу показать брюки. Подписчица просила меня мерить кожаные брюки, но это, конечно же, не кожа, а... 85% вискоза, 15% полиэстер написано на бирке. Под кожу сделаны, да, такую, скажем, под эко-кожу. Брюки, 40-й размер, цена первая 3599,
Сейчас со скидкой они стоят 2199. Единственное, я не увидела, что они укорочены. Я бы предпочла такие, скажем, брюки под кожу. Все-таки длинные, либо ну, вот длиннее, чем вот эта модель. Ну, при всем при этом можно надеть высокий каблук, какие-то босоножки с такими ремешками, то есть сделать акцент на ноги. Дальше я примерила вот такую блузку. Она мне очень понравилась за счет сложного кроя рукава. Это полиэстер 100%. Первая цена ее 2599 и сейчас 1799, размер М. Я в нее просто влюбилась. Далее еще одна вот такая блузка. Я, конечно же, на вешалке не видела, что она настолько прозрачная. Когда надела, поняла, что ну, это немножко не мой вариант, но сам силуэт мне нравится. Ее первая цена 2999. Дали скидку, сейчас стоит 1499 гривен. Это $55. Состав 54% нейлон и 46% полиэстер. Размер я брала М-ку. Старалась все брать М. Дальше вот такая вот белая блуза. У нее золотая фурнитура. Это очень смотрится так, скажем, изысканно. Состав 73% хлопок, 27% нейлон. Первая ее цена 2999. Дали скидку, сейчас стоит 1799, это $66, размер М. Вот здесь я пробую закрепить бант, сделать это одной рукой. Все получилось, мне нравится, как она смотрится, такой изысканный белый цвет. Ткань невероятно приятная, рукав хорош, я имею в виду длина. И очень необычная такая, знаете, белая ткань, как для блузки. Ощущается даже немножко как вот шелк, не хлопок. Тоже бренд Sisley, ее можно и заправлять. Она такая, знаете, полностью закрытая. И вот этот бант, конечно, такая, знаете, и простая, и есть в ней вот такой шик и немного экстравагантная. В общем, она мне понравилась. Далее взяла я футболку, хотела базовую, обычную черную футболку. Хлопок просто невероятный. Девочки, это просто убийство, насколько приятная футболка. Но из-за вот этой вот конструкции впереди, что она собрана, мне не понравилась она. В общем, стоит она $33, это 899 гривен, хлопок 100%. Рукав шикарный, все шикарно, но вот видите, я ее заправила, и вот таким образом она смотрится, то есть мимо. Далее я отправилась в ЦУМ. Я обнаружила, что представлен у нас бренд Scotch & Soda. Вот эти брюки стоят 4690, это $171. Майка 1920, это $70. Футболка 1600, это $58. Дальше вот такое платье 3480, это $127. И джинсы Calvin Klein 5500. гривен, и джинсовая куртка тоже 5500. Шок-контент. Я знаю, что вам непривычно меня видеть в розовом, но, кстати, некоторым зрителям очень нравится. И вот где-то отчасти, конечно, из-за вас я взяла такой розовый костюм, но он даже не костюм, вы можете отдельно, в принципе, взять джинсовую куртку и джинсы, можете купить отдельно. Но я решила примерить уже, знаете, гулять так гулять, все вместе. Грубо говоря, верх стоит $200, и джинсы стоят также $200. Это первая цена, новая коллекция, то есть это вещи без скидки. Невероятно удобные мам-джинсы. У меня, кстати, 28 размер, это впервые, когда мам-джинсы на меня сели. Здесь я показываю рукав, фурнитуру, насколько красивый, приятный, нежный розовый цвет. Честно говоря, вот даже как-то хорошо отзываться о розовом цвете для меня на самом деле тяжело, и мне это не свойственно. Терпеть не могу, честно, откровенно говорю. Но этот костюм я снимать не хотела. Плюс еще невероятно качественное, приятное, теплое обслуживание девочки-консультанта Calvin Klein в ЦУМе. Это вот такая
большая редкость и большая благодарность девушке. Она интересовалась, как размеры, но у меня глаз алмаз, я все сразу угадала, свои размеры взяла. Кстати, эти костюмы уже раскупили по полной стоимости, маленькие размеры, их уже нет. На худеньких стройных девочек, а вот на таких, как я, 1,74 м, вес 58 см, ну, в общем, вы понимаете, джинсы 28 размер. Курточку взяла такую свободненькую, вот размеры еще есть. Еще есть прекрасный, классный вообще розовый костюм. Далее, ну, пошла такая, знаете, розовая история. Я взяла это платье, это бренд Scotch and Soda. Кстати, я не знала, что у нас представлен в ЦУМе, я не видела, не замечала. Решила примерить платье. Платье, кстати, размер L, но у него мне не понравился состав. Практически полностью платье полиэстер, больше 96%. И мне в нем было некомфортно, жарковато. Ну и плюс такие вещи, да, скажем так, под шелк, а-ля такие атласные, они как бы, ну, то есть в них должно быть комфортно. Такая вот мышка мокрая, как я, мне опасно ходить в таких вещах, то есть полностью будет видно, что я мокрая. Еще и состав такой, ну, полиэстер, я пока мерила, сколько там минутка прошла, мне уже было жарко и некомфортно. Ну и вид общий такой, что я, знаете, не в платье, а в халате. Ну как-то я не особо довольна. Далее я примерила вот такие вот брюки. Размер, сразу скажу, не мой, это L, ну, потому что в зале висел совсем маленький размер. Но я решила, знаете, взять больше, то есть в большой точно-то, знаете, влезу. Неудобно завязывается, ткань довольно жесткая, то есть бантик красивый не получился. Но зато мне понравилась майка. Она тянется, таких вещей у меня, кстати, в гардеробе нет. Очень прикольная. Ну, посмотрим, может быть, на нее дадут больше скидку, то есть она стоит почти $70. Такая вот маечка, я убрала бретельки внутрь, ну, чтобы они не выглядывали, но мне кажется, у меня слишком широкие плечи в таких вещах. Вот когда бретели близко к лицу, то кажется, что я прям пловчиха, либо занимаюсь борьбой. Ну, на лето вещь, конечно же, чудесная и приятный такой шоколадный оттенок. Неплохо смотрится, в принципе, к лицу. Дальше мне понравилась футболка. Вот что-что из всего бренда Scotch and Soda мне понравилась футболка. Здесь показываю бирочку сбоку. Размер у меня также L, потому что либо маленький в зале висит, либо вот такой большой. На мне L. Хлопок невероятно классный, качественный. Вы знаете, вот прям стоит воздух между вещью и телом. И в долларах она стоит $58. Невероятно красивый цвет. Она, кстати, без скидки. Ну, то есть ценник не перечеркнут. Я думаю, что это ее первая цена. Здесь пытаюсь показать ткань, насколько она красивая. То есть не просто однотонная, а идет с отливами и переливами. Далее для подписчицы, которая делала запрос, чтобы я показала сумки, показываю сумки. Ну, в этот раз не прям масс-маркет, но Calvin Klein. Я ставлю ссылку внизу, это не реклама, девочки, просто на сайт, у них на некоторые модели скидки. Вот эта модель без скидки, $219. Есть сумки дешевле, как, например, вот эта нежно-нежно-розовая сумка. У меня было несколько сумочек Calvin Klein. Могу сказать, что они носятся, просто вечные сумки, неубиваемые. И очень красивые оттенки. Я себя с такой сумкой ягодной не представляю, но смотрится очень красиво, радуется глаз и какой-то необычный такой ягодный красивый цвет. Цены я прописываю в углу, потому что мы параллельно еще с девочкой, ну, обсуждали, она мне рассказала по поводу коллекции и так далее. Я не все цены помню, поэтому прописываю в углу, чтобы вам было удобно смотреть. Но самые дорогие вот $219, которые я увидела. В принципе, малышку можно купить и за $100. Черных, кстати, моделей мало в этом сезоне. Вот много каких-то таких нежно-розовых, лиловых. Эта сумочка мне напомнила известную всем сумочку Prada. Это Calvin Klein. Дальше девочка показала мне такую сумочку вот на цепочке, более классическую. Да, тут мы по поводу цены говорили. Вот такую вот более классическую сумочку на цепочке. Ну, кстати, она мне не совсем классическая показалась, немножко, знаете, такой рок-концерт. Но довольно спокойная. Серебряная фурнитура, гладкая, как бы скажем, кожа.
И вот здесь все ягодные цвета модели вам показываю. Так, и этот кошелек привлек мое внимание. Он, кстати, кошелечек дорогой, на него нет скидки, но он также неубиваемый и будет носиться очень-очень долго. Дальше просили еще показать купальники, тоже буду точечно в разных видео показывать. Вот $142 стоит купальник. Но купальники заказывать онлайн я вам не рекомендую. Лучше все-таки, конечно же, приходить в магазин и все примерять. Напоминает мне, знаете, господи, как это, Памела Андерсон в этих «Спасателях Малибу», вот этот вот купальник. Красный, черный, с такими вот бретелями. Сразу мне перед глазами Памела Андерсон. А тут я взяла низ от купальника, рассказывала девушке про ритуал, как закидывать красные трусы на люстру. В общем, делюсь ритуалом со всеми, там, где надо и где не надо. Далее вот такие туфли, это уже Hugo Boss. Мне они очень понравились, красивая невероятная фурнитура, удобный невысокий каблучок и красивый мыс обуви. Но невероятно баснословная цена. Девочки, подскажите, у кого была обувь Hugo Boss? Но я уверена, что она носится хорошо, но все-таки ценник неоправданно, мне кажется, высок. И скидки нет. Дальше еще черная сумочка, очень такая минималистичная. Практически этой надписи не видно. И очень-очень мягкая, приятная и красивая фурнитура. Вообще ничего лишнего. Далее я решила показать кожаную куртку. Обратите внимание на фурнитуру, ну, практически $1000, невероятно мягкая, красивая, такая шикарная, конечно, виден почерк Hugo Boss. Здесь еще сумочки, общая презентация, коллекция, возможно, я отдельно сделаю потом обзор на Hugo Boss. В конце ролика решила показать немного косметики, хочу с вами поделиться вот такой вот палеткой от Bobbi Brown, есть в ЦУМе. Как бы купить всего не могу, шла мимо, показываю хорошую палетку, которая очень пигментированная, легко тушуется, и можно подгадать скидку минус 30%. Возможно, кстати, она сейчас действует минус 30%, я не спрашивала. Просто показываю красивые, классные палетки, которые пигментированы, с которыми легко работать. И вот такие вот еще однушки, невероятно шиммерные. Мне нравится такой вот синий оттенок и рядышком такой цвет как бы вина, красиво будет зеленым глазком. На вечер, ну, это такое, конечно, новогоднее настроение, не на каждый день, но у Bobbi Brown очень-очень классные тени. Все, милые девушки, на этом видео подошло к концу. Я надеюсь, что я вас развеселила там большим обилием розовых вещей, сама себе подняла настроение, вы же понимаете, дело не в комментариях, а это, извините за минутку слабости, ну, всякое в жизни бывает, мой канал настоящий, поэтому, ну, вот как есть, в общем, ничего перезаписывать уже не буду, буду выкладывать как есть. Надеюсь, что сам шопинг-влог вам понравится, все ссылки оставлю внизу, и должна сказать, что мне очень понравилось обслуживание в Кляйне. Девушка такая милая, хотя я сказала, что ничего покупать не буду. Говорю, я снимаю для зрителей, потому что не у всех есть возможность. Кто-то живет в маленьких городах, еще по каким-то причинам, может быть, маленькие детки, особенно по магазинам не походишь. Поэтому я надеюсь, что я вам все-таки подняла настроение так или иначе в этом видео. Я всем благодарна за лайки, за комментарии. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока!